Профилактическую беседу полицейский Дед Мороз в преддверии школьных каникул с учениками школ города сотрудники госавтоинспекции проводят ежегодно. Ее цель – напомнить детям о важности соблюдения правил дорожного движения. Хотелось бы напомнить пешеходам о том, что переходить дорогу нужно только в положенном месте по пешеходному переходу. Обязательно нужно остановиться и убедиться в том, что машины пропускают вас. Необходимо кататься только с безопасных горок, то есть там, где нет трамплинов, нет никаких препятствий. И, конечно же, чтобы горка не выходила на проезжую часть дороги. Вместе с Дедом Морозом ребята угадывали знаки дорожного движения, играли в игры и разгадывали новогодние загадки. Я узнал полное название некоторых знаков. Например, кирпич въезд запрещен. Интересно, потому что это было такое название «полицейский». А обычное название – это просто Дед Мороз, а полицейский – классно. В завершении мероприятия полицейский Дед Мороз поздравил всех участников акции с наступающим Новым годом, пожелал ребятам веселых зимних каникул и вручил подарки. Также сотрудники госавтоинспекции напоминают саровчанам, что в рамках акции «Зимние каникулы» проводятся конкурсы, в которых может принять участие любой желающий. Достаточно просто найти страницу ВКонтакте ОГИБДД по Нижегородской области 407 на связи. Там есть вся информация. Ирина Вышегородцева, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.